совершила в один момент. Вот просто, блядь, я буду откровенной. Я совершила такой поступок, чтобы больше не вернуться к Лёше. Вот, блядь, вот я настолько была нахуй, вот после двух месяцев, когда я жила за периметром, я настолько хотела его забыть, я все перечеркнула специально. Мне понравился мальчик, да. И я, блядь, все сделала, чтобы, блядь, перечеркнуть с этим пидорасом, блядь, всю жизнь. Я ему сразу обо всем, блядь, рассказала. И знаете, что этот пидорас сделал? Он мне клялся, что будет, блядь, секрете держать. Сам, сука, хотел быть со мной. Сам ко мне лез, блядь, пидорас. И сейчас просто взял и вынес все. Просто гнида конченая. Я, блядь, сидела тут на проекте, его нахуй оправдывала. Говорила, что 100 тысяч там, типа, рублей, это вот не то, что вы имели в виду, блядь. О, мне, сука, я на жаре тогда сгорела, блядь, под солнцем, потому что он меня заставлял, блядь, ему дать эти бабки, чтобы, блядь, быть с ним. А точнее, чтобы я пришла на проект. А чтобы он за периметр вышел, я должна была ему 1 миллион рублей, блядь. На проекте он мне угрожал, что выставит мои видео, блядь, где у нас были домашние видео. Вот то, что видео на острове, помните, когда я плакала? Он сказал, что он выставит эти видео, наши интимные, в сеть, блядь, все сделает. Я, блядь, под шантажом нахуй говорила, что нет, 100 тысяч это вот так, сяк, потому что он меня шантажировал тем, что он расскажет мой, блядь, секрет, мою ошибку, блядь. И вот это, просто я его ненавижу. Сейчас начался конкурс «Человек года», и он понимал, что у меня есть шансы его выиграть, и он начал меня засаживать. Начал выглядеть, типа, таким бедным, несчастным, что он, блядь, такой хорошенький и так далее. По факту он меня хуесосил и пидорасил, он меня шантажировал, блядь. Он не хотел, чтобы я выиграла, блядь, этот конкурс. Он вот сейчас, блядь, все сделал, чтобы я, блядь, встала и ушла. И он знает, что я ему это никогда не прощу. Он для меня сдох, умер, я своим сердцем. У меня нет ничего хорошего к нему. Ничего. Я хочу, чтобы он просто исчез навсегда из моей жизни, блядь, навсегда, блядь. Друзья, только что звонил Тате, сообщил ей о том, что я буду послезавтра в Москве и хочу увидеться с Бетти. Она мне отказала. Вот я, честно говоря, не знаю, как реагировать.